вообще каждый день сюда приезжаю с удовольствием. Не как вот надо, не хочу, а с удовольствием. Это какая такого ты, со мной не было счастливая. Раньше. Счастливая. Пока так, Максим мне настроение не испортит. Я так завидую тебе. Да ты просто получай удовольствие, скучать офигеть. Потом будешь. Осталось два дня. Максим, получай удовольствие. А смотри, какие девушки с тобой красивые катаются. Жизнерадостные. А потом Максим будет сидеть и вообще и слушать такое. Давай похвалим мой, например, беговой. Или там кроссрол. Вот когда ты сделаешь в этой программе беговой, вот прям промчишься. Что, тебе под жалко, музыку. Что ли? Ну похвали. Мне будет приятно. Знаешь, есть такая поговорка, не говори гоп, пока видите, не перепрыгнешь. Видите, он не хвалит меня, мне надо. Ну как было-то? Гениально? Да никак. Че, какое гениально? Гениально. Гениально плохо? Гениально плохо, конечно. Гениально. Вот вы себя любите-то, конечно. Где твое чувство самоиронии? Самоиронии? Я не могу назвать, понимаешь? Черное, белое, у меня язык не поворачивается. А в шутку? И в шутку не могу. Эх ты. И я, как человек, который уже прошел этот путь, я понимаю, что вот здесь, вот здесь, вот здесь, ой, какой ужас. И я начинаю эмоционально включаться, и мне не хватает просто терпения. А Наташа все время говорит, да что ты нервничаешь, да спокойно. А мне хочется сказать, да ты вообще не понимаешь. Что тебя ждет? Счастье в неведении. Но с другой стороны, у нас очень хороший баланс. Потому что я как бы... Я не даю расслабляться Наташе. В общем, Максим она, кнут, а я пряник. Она все эти углы, она как бы сглаживает. И у нас получается такой идеальный баланс. Наталья Подольская и Максим Маринин. Ох, этот Максим и перфекционист. Ну, не даром же эта пара одна из лидеров после танцпола. А выбрали они песню «Il canto della terra» Сара Брайтман и Андреа Бочелли. Così lontana, già lontana.
Союз Земли и Солнца. В роли Солнца Наталья Подольская. Потрясающий совершенно солнечный костюм, который особенно хорошо оттеняли волосы нашей героини. Очень торжественная и поэтому очень сложная для составления правильного танца песни. И такое торжественное исполнение ребятам не всегда, с моей точки зрения, удавалось подчеркивать, что они попадают в музыку. И, наверное, именно за это, потому что технически не все элементы сложные, но были и сложные, и выполнено все без ошибок. Но вот именно то, что они не всегда в музыку попадали, наверное, за это оценки немного снизят. Молодец! Молодец. Молодцы. Очень хорошо. Молодец. Все сделала. Все. Молодец. Ты не волновался? Да. Наталья Подольская, Максим Маринин, Беларусь. Оценки за технику. 5-9, 5-9, 5-9, 5-9, 6-0. Средний балл 5,92 балла. Оценки за артистизм. 6-0, 6-0, 5-9, 5-9, 6-0. Средний балл 5,96 балла. Общий балл 11,88 балла. Вот когда просто неправильно, тогда я тебе говорю, что это неправильно. Дмитрий. Зрители скандируют «мало-мало». Что это означает? Мне хотелось бы сказать главное. Я считаю, что то, что мы наблюдаем, это не соревнование пар между собой. Мне хотелось бы относиться к происходящему как к соревнованию пары внутри самих себя, соревнование с самим собой. Я видел лучшее выступление этой пары, поэтому позволил себе снизить оценку. Это совершенно неправильно. Такие голоса, как Сара Брайтман и Андрей Бочели, конечно, звучат сильнее, чем это катание. Это просто выбор музыки неправильный, потому что до них дотянуться, чтобы была гармония, очень тяжело. Но такая большая разница между тем, что слышишь, и тем, что видишь... Неудачно, на мой взгляд. Ты была солнцем или богиней солнца? Солнцем. Ну, просто солнцем, да. Я солнцем, да. Максим, скажи, пожалуйста, вот ты профессионал. Ты чувствовал, что музыка будет сильнее вашего исполнения? Было такое ощущение? Честно. Если честно, было, но... Понимаете, мы, как люди грешные, должны стремиться к солнцу, должны стремиться к совершенству. И музыка нам должна в этом помогать. Конечно, мы где-то не дотянули, но стремиться к этому надо. Музыка – это, наверное, моя идея, это я ее нашла. И Максим сказал правильную вещь, что музыка должна зажигать и должна тебя вести. Эта музыка мне очень нравится, она просто вот какая-то необыкновенная. И мне казалось, что она нам поможет. Скажи, пожалуйста, я знаю, что сегодня у нас в гостях твоя супруга и твой сын. Скажи, пожалуйста, она балерина. Она дает вам какие-то советы, рекомендации? Нет, ни в коем случае, иначе наша совместная жизнь пойдет в тартарары. Поэтому мы, конечно, она приходит, она смотрит, она может, конечно, высказать свое мнение. Но мы ни в коем случае не вмешиваемся в работу друг друга, потому что я считаю, что это абсолютно неправильно. Спасибо вам большое. Удачи.